Мини-мисс и мистер Шымкент. Впервые в городе-миллионнике состоялся международный детский конкурс красоты. Всего заявок на участие поступило от более чем 60 детишек. Однако в финальный этап прошли 28 из них. Организатором выступило международное модельное агентство «Туран Моделс». Международное модельное агентство «Туран Моделс» начало свою деятельность в 2018 году. За это время здесь уже успела сформироваться профессиональная команда. Стоит отметить, что участники первого международного детского конкурса красоты «Мини-мисс» и «Мистер Шымкент» смогут в дальнейшем рассчитывать на сотрудничество с агентством. На конкурс подали заявки 64 ребенка. Часть из них, конечно, нам пришлось методом онлайн-голосования, методом отбора, собеседования отсеять. Но это конкурс. В любом случае, это жесткие правила конкурса. Я открою небольшой секрет. Практически всем деткам, которые участвуют, мы дарим сертификаты на обучение в нашем модельном агентстве на год. Они могут бесплатно посещать. Помимо обучения в модельном, мы нашим детям, победителям в разных номинациях, дарим очень крутую фэшн-историю. Это международный знаменитый журнал «Модный дом», который выходит в Барвихе, Куршавели, Сан-Тропе. Он дарит две публикации нашим детям. В конкурсе было две возрастные категории – от 3 до 8 лет и от 9 до 14 лет. Проходил он в 4 этапа – визитка, дефиле, творческий номер и интеллектуальный этап «Вопрос-ответ». В составе жюри присутствовали видные деятели искусства области, представители СМИ, а также уже титулованные красавицы. Все участники – талантливые ребята. Нам будет очень тяжело сделать выбор. Но организаторы подготовили призы и номинации для всех. Никто не останется сегодня без внимания. Жанель Мусаевой 11 лет. В конкурсе красоты она участвует впервые. Однако Жанель имеет опыт съемок в рекламных роликах и фотосессиях. Постичь непростое модельное искусство ей пришлось за рекордно короткое время. Но это не помешало ей завоевать титул «Мисс Талант». Теперь Жанель ждет поездка в Москву на международный конкурс юных талантов. Мне 11 лет. Я учусь в 8-й школе гимназии имени Дулати. В будущем я мечтаю стать врачом, чтобы лечить людей, чтобы все были здоровы и счастливы. Очень волнительно. Я в первый раз. Мне очень здесь нравится. Все девочки очень красивые, нарядные, все достойны победы. Для меня главное не победа, а участие. Это мой первый раз в участии в конкурсах, но до этого я имела опыт и ходила в модельное агентство год. Я подготовила песню Рианы «Diamonds», и моя фишка, изюминка в том, что я оделась как бриллиант, и мое платье полностью блестящее. Участвую в этом конкурсе только лишь для того, чтобы получить эмоции, впечатления. Я думаю, то, что не нужно соревноваться с детьми, потому что каждый ребенок хорош и красив по-своему. Мне 9 лет, я из города Шымкент. Мне нравится заниматься, танцевать и петь. Спасибо родным, что они меня поддерживают. Отметим, победителей конкурса «Мини-мисс» и «Мистер Шымкент» ждет поездка в Москву для участия в международном конкурсе «Топ Интернешнл», где будут представлены 38 стран. Еще два участника отправятся в Ташкент и Милан. Анна Шолгина, Руслан Тлюбердиев, Нурлан Алтынбеков, Туран Ньюс.